Дорогие друзья, водительский батл набирает свои обороты. Сегодня мы решили не просто сдать автодром, а сдать его на время. И у нас есть два будущих чемпиона. Это Денис и это Евгений. Посмотрим, кто из них победит, кто из них окажется быстрее. Вкратце о сегодняшних автогонщиках, назовем их так. Евгений, 9 лет за рулем, без скорости не может жить, уверен в своих силах. Я должен выиграть всех. Денис, за рулем как рыба в воде, человек, по которому сразу виден настрой на победу. Мама, я победю! Значит, Денис, Евгений, сейчас будем тренироваться в сдаче практического экзамена на автодроме на право управления транспортными средствами. Коснуться фишки можно не более 2 раз, наехать на линию разметки не более 2 раз, заезжать за линию разметки запрещено. Экзамен после этого считается несданным. Ну что, господа, желаю удачи. Первым стартует Евгений. Я всех сделаю. Все четко. Готов. На старт! Внимание! Марш! С самого начала Евгений демонстрирует, что называется, ювелирное прохождение фигур. Останавливается буквально в миллиметрах от линии, за которой экзамен будет не сдан. Миллиметры ведь. Пока медленно как-то ты едешь? Да, медленно, да. А что, у тебя ты вот сейчас проиграешь? Так просто это, машину еще почувствовать не могу. После замечания по поводу скорости Женю будто подменили. Как говорится, газ в пол. Опа! С прошлифовкой-то как хорошо, а? Нормально. Опа, все, стоп, время. Есть. Сколько? Экзамен завершен. Сдал Евгений. Хватит ли времени для победы над своим соперником? Здесь ходили очень тонко, буквально пара сантиметров, вы бы не сдали. По фигурам неплохо. Неплохо. Зачет. 2 минуты 55,9 секунды. Как ответит твой соперник? У тебя 2 минуты 55 секунд. Это лучшее время. Настал черед Дениса. Он знает результат своего соперника. Поможет ли это ему победить? Какие ощущения перед поездкой? Волнительно. Мне нужно быть лучше, чем моего соперника. Добрый путь. Опа. Ну что? Нужно обязательно пристегнуться. Вдруг чего? Так, раз, два, три, педали. Готов. Бойко, резво, уверенно. Неплохое начало Дениса. Так, значит, мы едем вот так вот. Скорость хорошая, а вот глазомер подводит. Мы сейчас едем назад, но, похоже, я не помещаюсь. Неужели из-за парковки задним ходом сверхнастроенный на победу Денис покинет гонку? Похоже, я поместился. Самое страшное позади. И у меня получается. Тут нужно вывернуть руль вот так, потом вывернуть вот так, потом вот так вот. Раз-раз. Раз-раз и... На матрас, как говорится. Смотри-ка, Жень-то ходит, волнуется. Волнуется, волнуйся, волнуйся. Как ты думаешь, обгоняешь пока своего соперника? Может, я просто мчусь, как птица. Опа! Все, да? Маршрут завершен. И для Дениса экзамен подошел к концу. Напоминаем, время его соперника Евгения 2 минуты 55 секунд 9 десятых. Удалось ли Денису переиграть своего соперника? Узнаем прямо сейчас. 2 минуты. Так, стоп. Самое главное, Денис сдал? Денис сдал. Точно такая же ошибка. Не доехали примерно метр до стоп линии. Единственное, что время упражнения быстрее на 14 секунд. 14 секунд. У вас? У меня? Я никогда раньше не побеждал, и тут это произошло. Это чудо, маленькое чудо. Я сам не знаю, как такое получилось. Поздравляю. Я победил? Не может быть. Ты победил! Ты победил! Иди сюда. Пожмите друг другу руки. Денис сегодня победил в водительском батле. Это был телепроект «Без происшествий и без управления». Увидимся на Первом городском канале. Пока. 30 секунд. За помощь в организации съемки благодарим автошколу «Троллейбусный учебный комбинат». Улица Щорса, 62.